Каждый месяц в нашем телеграм-канале тематический, и март – это месяц инфографики. И так как я сейчас нахожусь в Токио, то я решила вам предложить для изучения инфографику. Это карта токийского метро. Давайте попробуем в ней разобраться. На первый взгляд все кажется запутанным и непонятным. По-японски читать я не умею, а знание английского все равно мало спасает. Названия станций и линий мне ни о чем не говорят. Но в Токио огромное количество туристов из разных стран, поэтому система навигации должна была быть максимально понятной максимальному количеству людей. Что у нас есть в основе? Базовые буквы, базовые цифры и цвета. Поэтому каждая линия отдельного цвета, ну это и в наших метро тоже так. Плюс у каждой линии есть еще и буква, а у каждой станции, кроме красивого названия, есть цифра. Цифры станции по линии идут последовательно. То есть путешествие туриста превращается в движение из точки С7 до станции G12. Уже не так страшно, правда? Навигация есть везде, на станциях и снаружи. Вы всегда видите, на какие линии вы попадете, спускаясь в метро, и конкретно на какие станции. А если мне нужно понять, на какой путь приходит мой поезд, я смотрю на колонны. Важно просто знать букву и цифру станции, куда мне нужно попасть.